Всем привет, с вами Егор, и сегодня мы будем рисовать мелками. Слышь, всякие один вещи. Егор, еще вот тут. Захар. Максим, и я Сатьян. Да, мы, короче, с Егором будем соревноваться. Да. Будет три тура, кто лучше нарисует, что... Первое задание. Что Максим скажет, да. Первое задание. Я буду решать, кого лучше, и дается время 5 минут. Да, Максим будет говорить, что нам рисовать, и будет ставить таймер на своем планшете. Вот там уже есть у него таймер 5 минут. Сейчас, я передаю ему камеру. Бери, давайте. Так, сначала что? Мне нужно вот так вот, короче, кстати. Короче, ты должен еще нажать потом таймер. Встань возле этого. Ладно, Захар, ты начнешь. Просто не надо. Захар, ты начнешь. Давай. Раз, два... Три, погнали. И не главное, кто первее нарисует. Ой, блин, тут не очень получилось, я с другой стороны. Егор, вот так вот сейчас получается. Чёрт, что у меня так плохо? Не пиши. Чё-то выходит. Еще очень много времени. Так, о, хотя бы что-то нормальное. Максим, пока ты снимаешь, подай эту просто стёрку из моего пенала возьми. Вот там вот мой пенал, возьми там вот стёрку. Сейчас. Неудобно и держать. Я, короче, сейчас положу на секунду камеру. Хорошо. Главное, что таймер идёт. А нам ещё много времени. Я не знаю, где у тебя. Посмотри в самом маленьком, да. Там должна быть такая желтая. Короче, эти карандаш, да, со стёркой? Ну да, хотя бы карандаш, да, не со стёркой. Да, все. Вот. Карандашик. Вот. Я чуть белого добавлю, чтобы такой насыщенный сделать. Вот как... Блин, так он плохо получается такой насыщенный. Нормально. О, бледно становится чуть. Так. У меня вот тут чуть выходит. Елисик. Внимание, осталось 3 минуты. Знаешь, это как бы слишком много времени, но все равно же там будут потом большие задания. Ну, это нормально. Мне какой-то апельсин. Тебя больше на персик похоже. Ну, клёво тоже. Блин, смотри, что у Егора. Оно больше реально не про это. Смотри, он себе мелок сломал. Ты, ну слушай, ты... Это он нечаянно, я сам хочу. Да, нечаянно. Он тогда взял и нечаянно его нажал. Они ж мягкие. Сколько там времени, говори? Осталось 9:25. 3:25? 2:25, 2:20. Понятно. Еще есть время. Рисуй, Егор, мелками аккуратно. Тебе красный такой, тебе подходит. Мне тоже желтый. Внимание, осталось. Ты вообще должен был нарисовать зеленое яблоко. Еще есть и зеленые яблоки, не только красные. А, я тогда нарисую зеленое. 2 минуты осталось. Давай, у тебя еще есть время. За 2 минуты можно хорошее яблоко нарисовать. Такое Захара, яблочко красивое. Такое Егора, 2 яблочка красивых. Ну, мы будем считать у Егора только одно яблоко, которое зеленое. Да, потому что... Да, все равно. Пусть, да. Вот Захар тоже может нарисовать. Еще одно яблоко у тебя. Не важно, сколько яблок, главное, чтобы оно было хорошее. Ну, я нарисовала маленькое хорошее яблоко. Осталось... Где... Сейчас. Сколько осталось? Сейчас, подожди. Потом, когда мы закончим первый тур, я Егору скажу один секрет. Внимание, остался 2 минуты. Про мелки. Ай!
ты что делаешь? Пытаюсь его как-то закрасить. Белый. Я в кое-что еще нарисовал мопы. А как, какой ты стороной снимаешь? Такой. Снимай вот так вот, нормально. А то оно будет так. Вот так снимай. Окей, давай. Я его нарисовал полностью зеленым. О, у тебя 25 секунд. 25. Какой оттенок просто сделал красным. Осталось 15 секунд. 15 секунд. Так. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Все. Таймер. Всё. У меня такое получилось. Все. Так, еще одно будет 5 минут, это будет следующее. Так. Не, не 5 уже побольше. Такое... Да, давай будет. Уже побольше. Давай сделаем 10 минут. 10 минут. Нет, 10 минут не надо, потому что видео будет долго длиться. 7. 8. Да, 8 почти. Не, пусть будет 7 минут. 7 минут будет на следующий рисунок. Все, я решаю, я вообще решает, у кого красивее. Это приблизь сначала мое. Вот, вот какое. Но вы можете потом в комментариях написать, да, у кого лучше. Я тоже. Блин, у меня... У Егора... Вот это тоже. Ну, у кого лучше, конечно. Вот этот все равно лучше бы был. Вот этот все равно лучше бы был, чем этот. 10 с плюсом. А Захар, а Егору, ну, 9 с плюсом. Это тоже хорошо. Здесь с минусом. Где там мой? Просто 10. Я бы лучше вот этот показала. Короче, берем новые листы. Оставим паузу пока. Зачем, если... Можно я...